21 ноября – Михайлов день. Христианская церковь почитает святого архангела Михаила. В библейской истории он считается главным архангелом, одним из самых почитаемых святых. На Руси архангел Михаил почитался прежде всего как небесный воин, возглавляющий Господне воинство. Верили, что архангела боится вся нечистая сила и при его появлении прячется глубоко под землю. С именем святого Михаила в христианстве связано много чудес. От укрощения эпидемии чумы в Риме до спасения Новгорода от нашествия войск хана Батыя. Образ архангела Михаила почитают также и в других религиях – исламе и иудаизме. Интересно, что в народной традиции Михайлов день сопровождался праздничными гуляниями с обильным угощением. Это событие знаменовало еще и окончание сезона уборки урожая. Иными словами, Михайлов день мог бы стать достойным ответом западному Хэллоуину. Добавим, что христианский праздник несет в себе прямо противоположный смысл. Вместо заигрывания с образами нечистой силы путем подражания Михайлов день означает полную победу над ней.